Всем привет, друзья. Позавчера приехали с рыбалки. Я ехал оттуда. У меня что-то машинка начала мудрить. Короче, по дороге лампочка Холт загорелась, короче, эта коробка. Зимний режим. И начала мигать. Домой приехал, посмотрел. А у меня масло уже, походу, надо менять. Как говорится, невкусно пахнет и не того цвета. Я вот сейчас поеду, куплю Dextron, поеду, поменяю. А еще у меня, не стал показывать, ехали когда по каналу, коряга залетела, короче, под днище. И я так боковым зрением увидел, что она потом, видать, ее карданом или чем-то кинула, короче, она в канал улетела. Не обратил внимания, дальше поехал. По дороге тоже еду, держу сотню, и у меня так бан, стрелка вниз упала, спидометра. Думаю, что за фигня. Домой тоже приехал, вчера ковырялся, уже не стал тоже показывать с дочкой вдвоем. Здесь ни эстакады, ничего. Кое-как поднял домкратом, короче, залез, посмотрел, у меня трос вырвало просто с корнями. Вот я тоже тросик делал. Вроде бы вчера проверил, все работает, слава богу. Ну так что, кому интересно, смотрите. Давай, хорошо. Дядя, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Тебе мешаю? Чуть-чуть, да, там. Сейчас я быстрее. Поймал? На Амура есть. За Амуром гонялись. Поймали? Поймали. По всей Иле гонялись? Нет, почему? Мы на это, на Мелок были. Там встали и стояли. Хорошо, хоть вода есть сейчас. Сейчас воду дали, вот как я говорил, что это... Помнишь же, я приезжал, говорю, блин, весной воды не было. На метр упал, а сейчас вот этот уровень весь подняли. Нет, хорошо. Нет, да, позапрошлогоднего уровня они не подняли. Здесь я на крепость ездил, мне метр где-то не хватает. Да ты что? Ну, не знаю, места, я нет, вот был как раз все постоянно рыбачим. Ну. Не видно же. По-моему, чуть меньше. Нет, такие. Они, это по 80 тенге, которые ты мне отдал. Но. Так, а сколько у тебя их? Больше нету? Не вот знаю, сейчас все? Я посмотрю, может и нету. Это же много товара, которые... Фига, я тебе говорю, вот видишь, меньше, смотри, какие. А цена одинаковая, да? Этот и этот. Тоже остренькие. Нету? Витя, вот эти вот сколько стоят у тебя рядом, которые лежат? Вот эти. Вот такие. Блестишки? Сейчас пачку хотя бы, да? Евро не смотрите? Кого? Евро. Футбол, что ли? Нафиг он мне нужен? Сегодня выезжаю со двора, сосед за рулем сидит. Я говорю, ты что, говорю, такой грустный? Футбол смотрел, говорит, до 3 часов. Я говорю, ну ты молодец. Спать, говорит, хочу, кошмар. Сегодня Финляндия с Россией играет. Да ты что?
Ну, вы молодые, вам можно смотреть. Поменял я масло. Сейчас пытаюсь пробиться на мойку. И потом домой уже. Здесь, короче, развязки строят. Сделали объезд. Люди все вон еле-еле едут. Такие вот развязки делают. Сколько они еще будут делать, не знаю. Но неудобства создают большие. Не пойму, работает, не работает мойка. Сейчас будем смотреть. Так. Самому бы не навернуться тут. Ну все, сейчас чуть-чуть постоит, обкиснет, и будем ее отмывать. Короче, как все у нас в Казахстане через жопу делается, блядь. Вон деньги идут. Ага. Пеной полил, блядь, воды нету. На другую сейчас перееду. Все, ребята, приехал я уже домой. Сделал я все свои дела. Поменял масло, помыл машину с горем пополам. Перегнал уже на другое место ее. Забрал у них свои деньги. Засунул в тот аппарат, короче, и нормально помыл. Так. А еще я говорю, мудак натуральный, блин, извиняюсь за выражение. Я подъехал, говорю, достаю 2000, он подходит ко мне. И давайте, говорит, я вам разменяю. Ну и дает 1000 мелочью, а 1000 бумажкой. И, короче, я подхожу к этому аппарату, засовываю, он ее выплевывает, засовываю, выплевывает. И той, и другой, блин, уже всеми сторонами засовываю, короче. Он выходит, стоит на меня и стоит, а смеется. Я потом смотрю, она, бумажка-то оказывается фальшивая. Я говорю, ты что мне про это пропихнул, блин? Ну, короче, ладно, все равно как бы это использовать, ну, неприятно. Я говорю, давай другую. Он вытащил другую, короче, мне дал, и все нормально. Аппарат взял эту бумажку, короче. Ну, стоит. Короче, я говорю,
Казахстан не победить. Как Россию не понять умом, так и Казахстан. Заехал я еще же крючки взял, как вы видели. Сейчас буду вам показывать. Ну, кому интересно, смотрите, кому нет. Повторяться я больше не буду. Потому что и насчет канала тоже повторяться не буду, ребята. На канале будет то, что я снимаю. То есть на канале моя жизнь, как я живу. И насчет рыбалки точно так же. У меня не будет чего-то вот узконаправленного. Приехал, закинул удочку, достал рыбку, показал, все, рыбалка закончилась. Нет, ребята. Я приехал туда, мы жили неделю. Эту неделю я буду показывать, как мы жили. То есть, как ловили, как ставили, как коптили и все такое. Все по очереди. Так что, кому нравится, смотрите. Кому нет, еще раз говорю, не смотрите. Кому-то что-то объяснять, доказывать я тоже не собираюсь. Так, ладно. Помните, да, вот такие вот крючочки. Так, фокус, вот они. Сейчас я вам для сравнения покажу. И вот он. Видите? Но у меня вот на такие ловились. Рыбины-то хорошие. Я же говорю, в азарте сначала даже и не снимал, и камеру не брал. Это уже потом, блин, включился, что елки-палки, что же я делаю, надо показывать. Ну да ладно, у меня вот такие вот крючки были. Но этот вот правильный крючок, я их называю. То есть они вот так вот стоят. А те были вот так вот развернуты. То есть на 180 градусов. Амур подходит, дожевывает прям до самого конца вот так и выплевывает камыш. Ну, то есть видели, да? Допустим, это камыш, он стоит вот так у меня, воткнутый, где-то есть, показать-то лучше вот так. То есть он подходит, он жует, 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 дожевывает прямо до самого этого крючка и выплевывает. Даже не засекался. Вот эти вот крючки я тоже взял, как бы, я вот этот один поправил уже. Они тоже загнуты, изогнуты не в лучшую сторону. Сейчас я вам покажу, если это возможно будет. Это амурятником. Так. Ну, то есть, видите, да, вот жало. О, жало к цевью загнуто. Я один уже поправил. То есть их нужно взять и вот так вот немножечко разогнуть, ребят. Потому что так, блин, убегает у меня все. Вот так. Вот так, чуть-чуть. Чтобы шел он параллельно, острие параллельно. А лучше, чтобы чуть-чуть выступало. Потому что вот эти вот крючки, я говорю, я считаю их правильными. Вот они ловят. А вот те нифига не ловили. Дожевывает и выплевывает. Дожевывает и выплевывает. Вот это то же самое надо. То есть с двух сторон. И тот, и этот. Ну, понятно. Совсем чуть-чуть. Как бы и вам показать охоту, и неохота. Вот. Поняли, да? То есть он будет уже жевать, и обязательно он поймает сам себя. Кто-то скажет, ослабил конструкцию. Нифига, они прокованные, ребята. Крючок прокован. Нифига с ним не будет. Это уже проверено. Ну и поводки. Поводок сантиметров 50-70. Больше и не нужно. Плетенку я купил 0,5. Потому что та летела в дребезги. Просто брал и отрывал. А отрывает он, как я не знаю. Он крутится, вертится там, как шар голубой.
Ну, короче, не покажу. Сантиметров 50-70. Вот так вот. Кому интересно. Короче, крутится и рывок делает, и все. И плетенка летит. Потому что Амур у нас речной. Даже маленького сазанчика ловишь, речного и озерного, поймаешь, они очень сильно отличаются. Озерный такой жирный, неповоротливый, зажравшийся, а речной он такой жилистый, прогонистый. И то есть, блин, так убегаю я. Убегаю. Прогонистый, жилистый. Даже маленький творит такие вещи, что... Так, ну вот так вот, ребята. То есть ничего нового. Обкусил вот эту, и получается поводок. Все. Ну, эти сейчас тоже буду вязать. Вот этот малыш тоже поставлю. На следующей рыбалке все проверим. Надеюсь, не забуду про съемки. Потому что я говорю, азарт, когда прет, забываешь абсолютно про все. Вот так вот. Ну и насчет съемок, насчет видео я тоже сказал. Там будет все, там будет моя жизнь. Для меня рыбалка — это не задача поймать рыбу. Для меня рыбалка — это выехать на рыбалку. С семьей, с детьми, с друзьями. Чтобы посидеть, покайфовать, чтобы дети поиграли, побаловались, подурачились. Так что вот что я связал, еще надо попробовать. Что-то я вспомнил старую дедовскую снасть. Так, где ты? О, двойной крючочек. То есть он жевать будет отсюда. Маленький глубже зайдет этот. Ну, посмотрим, будет работать, не будет. Так, что будет, то будет. Так, ну и еще немного рыбалки, ребята. У нас рыбалка, она немножко отличается от той, к которой вы привыкли. Козерный, еще какой-то. У нас, вы видите, рыбалка идет на лодке. То есть мы ищем, очень долго ищем места, стоянки, кормежки, рыбы. А именно мы выезжали за Амуром. Это не просто приехал на берег, сел, закормился кукурузой и сиди, жди, когда подойдет, там сазанчик клюнет или карасик, вобла. Нет, здесь другое. Если кто ловил Амура, это охота, самая настоящая охота. Его нужно найти. Он, если нашел камыш, начал есть, он его будет жрать, пока весь не выест. Возможные места, где можно съесть, он будет там стоять. У нас так. Как у вас, я не знаю. Поэтому поделитесь, расскажите, как это у вас происходит. Мне, допустим, будет очень интересно, знаете. Как это все? А то такие вопросы задают, а где рыба? Мне ж прям отвечать неудобно.
Так что так. Я говорю, даст Бог, увидите. Все увидите и много увидите. Потому что, я говорю, рыбалка у нас разная и разнообразная. И кружки увидите, как ставим. И как на змеи охотимся, тоже увидите. Змееголов — это вообще рыба-боец. Очень интересная рыбка. Так что наверное повторяюсь, но я говорю, на канале у меня будет моя жизнь, как я ее проживаю. Вот я приехал, сижу, вижу крючки. Дети ушли. Один по делам, старший. Малая бегать пошла, играть на улицу с друзьями. А я сижу, вижу. И с вами разговариваю. Так что не будет ничего наигранного, ребят. Если вы, я говорю, ждете чего-то наигранного, какого-то там вау, взрыва эмоций, нет. Будет моя жизнь, жизнь моих родных и близких, друзей. Так что еще раз повторюсь, я говорю, еду не ради рыбы. Не ради супер какого-то контента, блин, чтобы. Ребят, мне это не нужно. Я же говорю, я канал создавал только для того, чтобы память осталась. Память детям о том, что мы куда-то вместе выезжали. Вместе проводили время и все такое. Я не играю на публику, мне это не надо. Я не ищу славы. Мне это тоже не надо. Я не такой человек, что сейчас, говорю, посмотришь, человека будут убивать, блин, он возьмет телефон и будет снимать, даже не подойдет, не поможет. Или будет гореть кто-то. Будет тоже снимать. Ищущие славу. Я их не понимаю. Вообще не понимаю. У меня все по-другому. Так. Ну вот, как бы поговорил, объяснил еще раз людям. То есть земляк написал, а где рыба? Я не знаю, подколоть меня хотел или чего. Будешь смотреть это видео до конца, не будешь. Услышишь ты это, не услышишь. Не знаю. Что такое ощущение, что не смотрите вообще. Просто прилипли и все. Так. Это сделали. Ну, понятно, да? То есть вот эти крючки надо дорабатывать немножечко. Разгибать. Так. Так вот, я говорю, прилипли и все. Ни комментариев, ничего. Такое ощущение, как будто просто, я говорю. Ну, в принципе, я и говорю. Кому не интересно, не смотрите, ребята. Кому интересно, тот найдет. Так что. Ладно, все, всем добра. Пока.